Происки мошенников Гомельщину немного подтопило, ну и очередной рост цен. Я заберу вас всего одну минуту, расскажу три сильные новости, это рубрика «Короче», поехали. Гомельскую область после вчерашних ливней затопило еще больше. Кто-то ушел на глубину до 1 метра. Потопленными оказались Гомель, Добружский и Ветковский район. Но есть и хорошая новость, синоптики говорят, что в ближайшие дни дождей не будет. В Минске мошенники обвили вокруг пальца еще одну бабулю. Она хотела помочь сестре, которая типа попала в ДТП. На самом деле это очень распространенная схема развода. Человеку звонит типа родственник, который якобы попал в ДТП, и чтобы избежать ответственности, нужно перевести крупную сумму, что люди зачастую и делают, поэтому будьте бдительны. В Беларуси повышают тарифы на зарядку электромобилей. Теперь с 1 мая крупнейшая сеть в стране электрозарядных станций «Маланка» повышает тарифы на 6 копеек. Теперь за 1 кВт при медленной зарядке придется выложить 35 копеек и 45 копеек при быстрой. При этом компании уверяют, что даже с учетом повышения, это все равно самые низкие тарифы в Европе.